Жара в объективе фотокамеры. В областной столице подвели итоги фестиваля «Лето в Зените». Прямо на набережной устроили итоговую выставку самых знойных кадров. Среди авторов есть и профессионалы со стажем, и молодые фотографы. Но, как уверяют организаторы, уровень профессионализма не зависит ни от возраста, ни от техники. Творческий отчет посмотрела и наша съемочная группа. Фотодосье на это лето составлено из работ сотни авторов. У начинающего фотографа Максима Терина это первое участие в выставке. Снимать начал весной прошлого года. Признается, чтобы сделать удачный кадр, приходится сидеть в засаде. Нравится фотографировать, то есть портреты людей, более жанровые фотографии, где именно выражены эмоции. По большей части мы все охотники, то есть как бы фотографы. То есть. Фотограф охотится за новыми летними историями. Героями большинства снимков становится свет. Здесь применена техника световой кисти. Мы стояли лагерем около Ширяевских Столин. Как раз накупалась ночь фактически. И была идея разыграть товарищей. То есть взяли папоротник, выкопали, приделали цветочек. На выставке представлено около 300 работ. Фотография, как говорят члены жюри, должна кричать о себе. Вот основной критерий. Также в приоритете снимки тех авторов, кто не спешит брать в руки цифровую камеру. Конечно, машина такая намного интереснее. Ее приятнее держать в руках. И здесь же надо думать, как фотографировать, восстанавливать диафрагмы, выдержки всевозможные. Здесь нужно знать технику. А цифровая техника, она уже напичкана электроникой, думать за фотографа. В экспозицию вошли не все работы, лишь половина из тысячи присланных на конкурс. А потому фестивалю «Лето в Зените» пожелали не только процветания, но и расширения, чтобы в следующий раз зрители могли оценить каждый фотоснимок. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, «Новости губернии».